Прежде чем сделать лесопед, давайте мы попробуем сделать эту доску скейтборд. Или как он называется? Скейтборд, по-моему. Так, берем mesh или plane. S. Стягиваем его. Так. Далее. Берем здесь, хотя нет, мы его сейчас просто растянем S по Y. Вот так будет достаточно. Так, теперь идем git mod и делим его Ctrl R. Ну вот. Так, да. И дальше берем эти две точки. Большого это будет, да? Давайте поменьше ее сделаем. Так, Ctrl-R. Здесь поставим. И Ctrl-R здесь поставим. Так, далее. Соединим S по X. Так вот сделаем. Здесь мы можем еще немножко сжать S сюда, ну и эти тоже еще раз. То, что надо. Теперь мы возьмем еще раз, Ctrl-R-чик сделаем сюда и Ctrl-R-чик сюда. Далее выбираем вот эти точки. Попробуем их поднять. Пользуемся этой штукой. G. По Z. Допустим, так, эти нам немножко надо скруглять или просто потянуть S по Y. Вот так где-то. Теперь она уже похожа на доску более-менее, да? Да. Ну а дальше проще, просто выбираем git mod. И говорим Е, поднимаем
Или сюда, разницы нет. Так. Теперь Ctrl-R. Нет, вот здесь. Одно. И Ctrl-R второе. Потому что мы сейчас Subdivision применим в ней. Скажем subdivision. Ну, отлично получилась досточка. Что нам еще надо? Shade smooth по нормальным 30%, все получилось. Так, теперь нам нужна площадка. Сейчас я вспомню, как она делается. Не делается, как она выглядит. Mesh. Я возьму сейчас куб. Выдвину его пока сюда. G. О, Y. Так. Так. Немножко поменьше сделаем. Так, окей. Далее. Скажем сразу же. Ctrl-R. Нет. Зря я так сделал. Побольше. Yes. Вот так. Так. Теперь здесь. Ctrl-R два раза. Отлично. Так. И я думаю, надо чуть сжать его кубик. S по Y. Вот так где-то, да. Угу. Ну а далее мы его сейчас превратим Subdivision. Мы его сейчас превратим Subdivision Surface. Вот оно. И эти два начнем сжимать. S. Это не нужно. Так. И чуть подымем. Угу. Ctrl-R. Так вот. И здесь. Ctrl-R. Сейчас сожмем S по X. Так. Так, и здесь. S по X. Сначала E, скажем, S. Вот так. И S уменьшу.
опускаем вниз. G. Так вот. Угу. Теперь выделяем этот. Этот, говорим, S по Y. Сдвигаем их вот так. Здесь тоже говорим. S по Y. Что у нас получилось? Сначала это надо вывернуть R по Y. Вот так. И уменьшить. То же самое здесь. R по Y. И уменьшить. Чудненько. Дальше вот это надо слишком высоко. Пускай будет так. Вот теперь здесь можно Ctrl R сделать. Так, и здесь Ctrl. Далее колесики. Цилиндр. Где он там? Вытаскиваем его по оси Y. Вот, хватит. Теперь вот этот, скажем, что subdivision у него 2. Вот. Это будет R. R. Сюда объект заторижен, геометрия вот так. R по Y. R по Y 90 градусов. Все есть. Ставим эту штуку сюда. Вот эту. Смотрим сбоку. G. Колесико. Может быть, чуть-чуть меньше. Так, а это ширину давайте мы S по Y немножко в ширину увеличим. Так. Так, теперь вот это. Ставим немножко сюда.
Да, примерно так. Отлично. Так, даже можно внутрь чуть-чуть. Далее идем сюда, идем объект edit mode сюда, Ctrl B, немножко ровнее, вот, чуть-чуть только, и здесь подшипнички должны быть, по идее. И так теперь S по X. Дальше E. И Е теперь С. Е С. И вот так достаточно будет, если мы теперь применим к ней тоже subdivision. Нет, не к этой, тут у нас уже все есть, вот здесь subdivision. И вот здесь смус, но смус определенный. 30%, вот так. Теперь мы должны ее отмирорить. Вот она. Далее сказать мы согласны, мы этот вот с этим соединим, хотя не надо соединять, у нас разные цвета будут. И Shift D копируем, сюда ставим по Y. Все готово. Теперь подставить его немножечко в середину к медведю. Игорь. Кот похож на медведя, кстати. G по Y.